постоянно горюем в этой жизни, потому что мы неправильно ожидаем от этой, у нас неправильное ожидание от этой жизни. Вот кто-то, у кого неправильное ожидание от жизни, постоянно скорбит. Какие у нас ожидания от жизни, дорогие вайшнавы? Точно, что здесь все будет всегда так, как я хочу. Нет, конечно, мы на лекциях об этом не говорим. Это неприлично. Так нельзя говорить. Мы все-таки вайшнавы. Но в душе есть такая надежда, что вот все вот так оно и будет. Каковы доказательства? Очень просто. Печалитесь? Значит, вы думали, что все будет так, как вы хотели. Очень просто. Если вы уже с самого начала поняли, что ну, не будет так, вы будете печалиться, когда это произойдет? Нет. А раз вы печалитесь, значит, что вы ожидали, что будет так, как вы хотели. Так вот, тело умрет или нет? Но мы думаем, что не умрет. И нам тут проповедуют уже третий день об этом. А все равно внутри убежденность нет. Оно будет, вот у всех не получилось, но у меня получится. Вот у меня вот здесь все наладится, в этом мире у меня все будет хорошо. Это просто неудачники, но вот у меня будет все супер. И вот здесь как раз говорит, все это из-за невежества, из-за неправильного представления об этом теле, об этом мире. Из-за того, что у нас неправильное ожидание от этого мира, мы постоянно испытываем разочарование. То есть вопрос, надо изменить свое восприятие этого. Подтверждается.